Курица под номером 4. Капуста Ангелина. Общий балл 11. Участница под номером 5. Кинякина Татьяна. Общий балл 13. Приколы, поздравления, к чаю вкусное печенье. Будем же, друзья, дружны. Девушкам своим верны, чтоб в студенческие годы меньше было непогоды. Чтобы мы не уставали, чтоб на лекциях не спали. Сессию сдавали в сроки и учили все уроки. А мы продолжаем конкурс «Мисс Топограф». Следующее задание – «Почувствуй себя актрисой». А пока девушки готовятся к конкурсу, слово предоставляется студенческому совету техникума. Ночи. Мужа нет, жена очень волнуется. И вот звонок в дверь. Жена ждет его с получкой. Сегодня юбилей ее у мамы. Подарок куплен, маме он понравится. Мама вот-вот приедет. Но тут заходит муж и сообщает. Иду свою маму! А ну, сюда! Сюда! Муж пообещал, что сегодня наконец-то они пойдут в кино, но в 10 утра... Понимаешь, какая ситуация? Мне позвонили мои друзья и говорят, сегодня рыбалка, нужно ехать на рыбалку, там такой клёв. Еще они говорят, мы взяли 2 литра лугового, апельсина, и в общем, там такой клёв, мне надо ехать. Довольная, что купила мужу удачный подарок, и вдруг не верит своим глазам, с кем это он. Из детского садика. Время позднее, и наконец они пришли. Радостный муж сообщает, что он с сыном немного задержался, но жена в шоке. Как это не наш сын? Что такое говоришь? Не знаю, что такое сын. Мы прям идеально подходим. Это мой сын. Это не твой сын. Главное повадка. Он тебе нравится?